Число 70 в иудейском понимании того времени указывало на 70 народов. Евреи верили, что когда в Синарской долине люди пытались построить Вавилонскую башню от земли до неба, и Бог разделил их на языки, Он разделил их на 70 языков. То есть с точки зрения сопутствующего Библии предания есть только 70 языков. Конечно, мы можем сказать, что народов больше, но языков может быть действительно 70. Например, белорусский язык, украинский язык, русский язык, болгарский, сербский, польский – это один язык, славянский. Даже арабский, еврейский, древнеассирийский – это одна языковая группа, семитские языки, родственные один другому. И когда Христос избирает 12 апостолов, Он как бы создает общину нового Израиля по духовному признаку. 70 – это уже указание на то, что и остальные народы будут введены в Церковь Божию, потому что число 70 указывает именно на все остальные народы или языки –